Именно 21 ноября День города в Сочи отмечают последние 5 лет. И 5 лет подряд празднования начинаются в соборе Михаила Архангела. Решение перенести дату с мая на ноябрь приняли не случайно. Сегодня День Архангела Михаила, который считается покровителем Сочи. Поэтому, несмотря на будний день, у храма сотни верующих. В храм я хожу часто, а сегодня особенно, так как храм наш, он Архангела Михаила, и он сегодня с этим днем связан, также с Днем города. Так что для меня большая честь посетить этот храм. Мы все сочинцы, ну как бы приходим сюда помолиться, попросить заступничество Михаила Архангела. Ну и, как сказать, сказать всем спасибо за наш город, за наш прекрасный город. В честь Михаила Архангела в соборе, который носит его имя, провели торжественную литургию. Главный храм курорта едва вместил желающих поклониться святому. Кстати, Сочинский собор – первая православная церковь на Черноморском побережье. Храм построили в 19 веке в честь окончания Кавказской войны. И сегодня сочинцы молятся о защите города от бед и напастей. И верят, Архангел Михаил обязательно поможет. В торжественной литургии принял участие и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Он отметил важность принятого 5 лет назад решения отмечать главный праздник курорта в день его покровителя. Нам всегда, во все времена, была очень нужна Божья помощь. У нас была 5-летняя стройка, и по большому счету многие говорят, что произошло чудо. Вот. А я думаю, что это была Божья помощь. Мы очень много работали, а Бог нам помогал. И сейчас у нас еще немало работы. Нам надо, чтобы каждый наш житель стал счастливым, чтобы наши детки росли здоровыми и счастливыми. А здесь нам тоже нужна вера. Закончилась служба по традиции крестным ходом. Его провели от ворот собора до нового храма, который открыли на территории приюта Михаила Архангела. Здесь уже установили иконостас, в центре икона с ликом святого Михаила. Осталось только расписать стены. Сегодня иконостас осветили. И здесь уже проводят службы. Благодаря новому храму теперь место для молитв покровителю Сочи у местных жителей станет больше. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.